Ну что, ребят, сегодня мы еще смотрим World of Tanks приколы, 126-й выпуск, который мы не смотрели еще. Не дай бог, кто-то напишет, что мы смотрели его. Вот, плюс 100-500 ора. Плюс 100-500 ора. Ну ладно, надеюсь, что так оно и будет. Вот, завозим лайкчинские, ребят, сразу по традиции. Вот, погнали, посмотрим, берите себе чаёху, берите покушать. Вот, как обычно, проведем время, скажем так, с пользой. Потушим пукан от танков и 10 минут, в принципе... Годного контента. Погнали. Забавные баги. Сейчас посмотрим на эти забавные баги. Всем привет. Сейчас я бахну хлопушку. Что? Какая хлопушка? Бахну хлопушку? Выказывал? Это ж Горин, да? Это, ну, этот звук Горин. Типа, чел. Это Лупер. Эй, танкист. Так, эй, танкист, никакой рекламы. Перематываем. Погнали дальше. О, подожди, а за этот трек не забанят? Алло, я дико извиняюсь. Так, пацаны, мне сейчас надо будет говорить, мне сейчас надо будет перебивать звук, чтобы меня не забанил YouTube. Это очень игра в рулетку русскую с этой музыкой. Блин, твою мать. А Яга, кстати, не вылезет, мне кажется. Или вылезет. А, нет. Ну, я предположил. Кого? Что хоть какая-то Валера! Польза от него будет. Валера, это кто? Валера, это... Это вот. Валера. Если мы с Валерой выйдем на улицу, нас заберут. Почему? Куда заберут? В психушку. Почему? А? Почему в пискуску? А? Пискуску. Почему? Ну, мам, я его все равно возьму. Ну, блин! Ну, че, гопник, приехали? Что за... Валера, настало твое время. Короче, ну, это отсылка к какому-то мемасику, как я понимаю, да? И Артяха сделал на этот мемасик, типа... танковую этот зарисовку. Вот, и короче, это, наверное, надо знать, что там был за мемасик, да? Если что, пацаны, напишите в комментах, к чему эта отсылка была, что это за мем там был, за мемный видос. О! Дратути, а вот и баги, пацаны, подъехали. А че за трэш? Нихера себе. Так задумано. Куда же без Панкоши? Панкоша, как всегда, все объяснил, ребят. Это нормально, получается, это нормально, ребят. Охоту. Тем более, что добыча редкий зверь. Советская премиум ПТСАУ 8 уровня. Сейчас добудет, проверяем, блядь, сейчас добудет, ребят. Она может стать твоей бесплатно. А ну-ка, ща проверим. Ага. Ага. О, реально моя. Спасибо, картоха не соврала. Да, неплохо, неплохо, согласимся. Тупо прошел марафон, так сказать. Oh, no. Ты куда? Ты куда, дурень, давай, бля? Давай, что? Давай, иди, я за тобой. Ты что, дурак, что ли? Я более чем уверен, учитывая то, как он... Он сейчас еще утонет. Он утонет. Я вам клянусь, он, бля, утонет. Не утонул, да? БК взорвали, блядь, идиоты. Этот поджог дали. Это чисто, это называется тупой еще тупее, пацаны. Что это было? Я чё-то этот... От не... ну это вставка реально очень угарная. Ха, бля. Это ж Люди Икс, да? Это Магнета, типа, или кто он там? Бля, понимаю. Ребят, ну немножечко, так сказать, текстурки интересные и коллижен модели угарные. Бля.
блядь! Это такая кринжовая херня. Наигрался, проверяй. Бля, такое чувство, клянусь, что на фоне не Годзилла, а актер орет. Вас тоже не кажется так же, пацаны, не? Есть такое ощущение, что это актер орет? Бля. Да реально очень похоже. Нихера еще и с тараном, ты дерзкий малый, конечно, ты дерзкий малый. Один хп. Ну там да, там вот эта дресня, которая у него сзади, она же, ну, ее типа пробить нереально. Это же кран просто, да, получается? Варты. Хруш. Бля. Мать, ты как, нормально? Нормально. Ух, нихера, фугасом быка взорвал. Жестко на косарик так. Оплеуха отвесил. Сейчас, походу, все втроем, да, утонут или нет? Он одного уже утопил, и второй, да? Красавчик, красавчик. Протащил, протащил. Хорош. Чисто с переворотом, блин, нормально. Жан-Клод ваншотнул, так сказать. Оно от трупа отрикошетило и дало в деда третьего? Нихера, нормальный сыр. Неплохо так, я хочу сказать. Слушай, я смотрю, типа, чел уже везет, да, на этой карте, офигенно. По нему 268 вариант 4 фугасом пробил на 840, я понимаю. Уже везучий бой такой, чисто лакер, ребят. Тормози, тормози, мать твою! Дура! Да. Не задалось. Ну, бывает. Сейчас, походу, арта поможет, ребят. Чего? Чего, бля? А где танк? Чего, бля? Кого? Подожди. А как такое возможно, пацаны? А как такое возможно? Ну, типа, я знаю, может быть такое, типа, когда у тебя радиостанция сломана. И если танк далеко, ну, артовод-то рядом стоит. Чё за бред, бля? Пацаны, вот реально, если кто-то может объяснить вот эту чепуху, Панкоша Анков, тебе не надо в комментариях отписывать, потому что я знаю, как ты напишешь. Это нормально, бля. Это ненормально. Если кто-то может описать, пацаны, эту ситуевину, напишите в комментариях. На артовод-то недалеко, союзный, то есть, ну, это точно не за радиостанцией этой. За все, что мы делаем. Вот. Мы отвечаем тоже вместе. Твою! Ха! Да ёп! Да, бля. Типичный союзник, ребят. У него есть какая-то тактика, ребят, и он ее придерживается. Вы не скидывайте со счетов из-за седьмого. Хорошие текстурки, да, братишка? Нормально, нравится, говоришь, да? Что? Застрял? Нет, я просто отдыхаю. По-моему, Хавик сейчас застрянет или нет? Бля, перевернулся. Ёб твою мать. Че исполняет? Нихера, нормально, да, так сальтуху крутанул. Я, если честно, думал, что он на крышу просто упадет, да и все. Выживи, да? Нет, не выжил. Неудачник. Тупо неудачник. Ну как назовешь, так, как говорится, так и перевернется. Здравствуйте. Малый чисто ворвался.
Пойдем на ту сторону, пошли. Пошли. Бля, пойдем. Это же этот Мимаз, это фиаско, братан, давай, да? Давай, давай, иди, я за тобой. Смотри, не упади тут, это будет фиаско. Бля, что происходит? Твою мать, чел. Это фиаско, братан. Сейчас, по-моему, он еще и утонет. Или нет? А, он пытается его... этот... Что? Союзник потопил... Это фиаско, братан! Он еще его утонул. Ну, типа, посчитал, что он его утонул. Халява. Нормально, нормальный сыр, пацаны. Наша игра. Наша игра. 4 голден джойстика из 4. Ну, этот выпуск такой лайтовенький на самом-то деле. Предыдущие были повеселее. Ну, он типа неплохой. Типа, я не жалею, что поставил лайк, но он такой лайтовенький. Вот, так что, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу выпуска. И обязательно комментите там, где вот были моменты. Вот, я посмотрю, что там, какие массы, я не знаю, какие моменты все-таки можно как-то объяснить. Или нельзя. Вот. Так что такие дела. Вот, ребят, спасибо вам огромное за просмотр. Жмите лайкчинский, кому выпуск понравился. И обязательно подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем б-б.